Какая же была насыщенная экскурсионная программа-то! Вот. Замечательно просто. Надо бы посмотреть, что я там понаснимал. Объясните мне, что это только что было. Это не поддается никакому объяснению. А что если... О боже! Самые охотники за привидениями, да? Да? Скажите, что у нас опять на теплоходе забыл Феликс Эдмундович Дзержинский? Да, опять толкает речи. Нет, есть, конечно, те, кому такое по душе, но я извиняюсь, у нас тут рушится пространственно-временной континуум и здравый смысл от этого на пароходе. Так что... Вы давали гарантию, так что или вы опять претесь сюда в очередную глухомань, где мы застряли, или возвращайте деньги. Победа будет за нами! Thank you.
Тем, кто видит это видео, я хочу передать следующую информацию. На территории Крыма сейчас апокалипсис, день страшного суда. Мертвые восстали из могил. И это происходит на всем полуострове. На сухопутной границе построена стена. Мост снесен. Я и немногие оставшиеся в здравом уме люди, которые спрятались по подвалам, пришли к выводу о том, что во всем этом виноваты демоны. Запись я решил начать для того, чтобы проверить, подействуют ли заклинания по изгнанию демонов и облегчат ли как, хоть как-нибудь наши страдания. Есть ли хоть единственный шанс на то, чтобы спасти полуостров? Анапа. Рай для пляжного отдыха любого русского туриста. Тихие пляжи, живописные виды, тихое море, пока не придут барабульки! Крови и расчлененки, которую мы вам не покажем, конечно же, не столько из-за бюджета в 10 рублей, сколько из-за рейтинга PG-13. Барабульки! О боже мой, надо позвонить одному моему старому знакомому. Так, сейчас. Алло, друг!
Алло! Генерал грузинской армии слушает! Это кошмар! На нас напали барабульки! Нам очень нужна помощь! Из-за этих барабулек отказываются ехать артисты, а мы под них уже построили целую аллею славы! Барабульки — это не по моей теме! Однако я могу вам прислать отличного ученого, который вам точно поможет! Закрученный сюжет, интрига, саспенс отсутствуют в этом фильме! Барабульки! Господин ученый, объясните мне, пожалуйста, куда внезапно они все исчезли? Прям все! Вообще все! Ну, я запустил в море пираний. А откуда они у вас? Отсюда. Ну да, это решение ото всех проблем в этом фильме. По мотивам бестселлера Аркашки. Барабульки. И да, несмотря на название, мы этих барабулек вам не показали и не покажем. Thank you.
Доброй ночи, дорогие мои друзья-подписчики. С вами снова я, Гробовщик. Это мой 4-й онлайн-стрим. И я буду смотреть страшные видео, которые мне прислали вы, мои дорогие подписчики. Итак, сегодня у нас интересное видео. Как сказал мне подписчик, если его посмотреть, то, возможно, ко мне в дом придет некто. Ну, в общем, короче говоря, как видите, история банальна. Не мог придумать ничего лучше, поэтому давайте просто посмотрим, заценим, так сказать. Да, знаете ли, я больше испугался, если честно, не того, что творилось в этом унылом видео, а то, что у меня, кажется, только что выбило пробки. Ладно. Я мигом. Поставлю вам видео до конца, а вы не уходите. Так, вроде бы проблема здесь. Ага. Так, ну тут вроде бы все нормально. Странно все это. Кто здесь? Уважаемые друзья, у меня проблемы с электроэнергией возникли внезапные, причем именно во время просмотра этого видео, поэтому, скорее всего, в принципе, да, я вижу, вы хотите продолжение, но Ну ладно, сейчас я досмотрю это видео до конца. Окей, так уж и быть. Все ради вас. Ради вас и ваших донатов.
этом году Россия будет в опасности. Спасение граждан будет висеть на волоске, поскольку нападут пришельцы. И нет, это не очередной ответ Голливуду. Бондарчук не имеет отношения к этому фильму, за что ему огромное спасибо. Инопланетные пирамиды столкнутся с российскими летчиками, которых вы случайно сняли на этом авиасалоне. Потрясающий и незабываемый фильм, который опять не пустят в кинотеатры, поскольку его снимали на мобильный телефон. Убойные спецэффекты. Интересные герои, качественно подобранная массовка. Да начнется битва за спасение Руси-матушки. Владимир Путин в роли супергероя Владимира Путина. Леонид Суперджет в роли обалденного летчика, которого мы случайно сняли на пароходе. Просто красивая девушка. Заслуженный космонавт Российской Федерации. Заслуженные летчики Российской Федерации. А также десяток ноунеймов в самолетах и еще около 1000 в чистом поле. И, конечно же, самолеты! 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 Без поддержки фон для кино! Фильм, который абсолютно никто не ждет. Пирамиды против самолета.
Не ходите в Хоринский лес. Я был там. Признаюсь честно, я был там. То, что я пережил, я не пожелаю даже самому худшему врагу. Хоть прошло уже довольно много времени, я до сих пор часто в кошмарах вижу то, что произошло там. Не ходите туда. Оно вам не нужно. Поверьте мне на слово.
мы знаем? Как давно они появились на свет? Человечество тысячелетиями поклонялось котикам как богам, абсолютно не подозревая, кто они на самом деле. Пожалуй, посплю немножечко. Вася, ты чего? Ты все еще сбишься на меня из-за того, что я тебе ту кошку в магазине купил? Василий, ну почему? Ну, давай я в следующий раз тебе куплю ее. Давай. Вася, ты чего? Вася! Джонни, я тебя умоляю, подойди сюда. Ну и что тебе надо, псина? Джонни, я умираю. Сраный кот был у меня. Да, я не знаю, сколько у тебя крови. Ее не видно. Мне так больно. Джонни. О! Трейлер к новым «Звездным войнам» вышел. Интересненько глянуть. Какого... Мне, пожалуй, пора валить. Нет! Нормальный такой трейлер, зачетный. Обязательно схожу в кино. Так, Тимошка, чего там тебе надо опять? Ой, покушать, что ли? Ну ладно, сейчас. Спать укладывал, дрессировал, кастрировал, а ты, значит, кусаешь меня? Я тебе этого не прощу. Завтра же продам тебя какой-нибудь старухе лет за 60. И тогда-то ты научишься не кусать людей. Понял? Василий. Ты чё? Ты чё? Ты чё? Джонни, мать твою, я Сеня! Сколько раз тебе повторять? Джонни! Джонни, я помираю! Тебя просто слегка царапнули! Ты не сдохнешь, дебил! Прошу тебя, найди мою жену и детей! Тебе 17 лет, долбанный ты дегенерат! У тебя нет жены и детей! Джонни!
место. Так, сейчас главное добраться до телефона. Что же сделать-то? Колбаса! Василий, я тебе пожратушки принес. Давай, выходи, негодяй. Окей, как скажешь, Билл, дебил. Найди мою жену и детей. Передай им, что я их любил. А еще передай, мне тяжело говорить о Джуни. Я, кажется, сейчас сдохну. Скажи, что в дубу, под дубом, около нашего дома, за это коробка. Дым на всю жизнь, им хватит. Джонни, ты передашь? Окей, передам. Отлично. Еще одну. Ты мудак. Да пошел ты! Ну, неплохо, неплохо. Ты какая-то польза от этого дебила. Будем считать, что ты исчез из моей жизни. Человечество пало. Мир людей уничтожен полностью. И только котики, прилетевшие из Сириуса 10 тысяч земных лет назад, стали полноправными хозяевами. Они ждали сигнала оттуда, поэтому и не нападали. Сигнал был получен, и теперь это их мир.
эфире «Радио Маньяк», с вами Рома Зулин. Главная тема, которую обсуждают сейчас все мировые СМИ – экспедиция «Венера-21» закончилась неудачей. Космический зонд, который транспортировал 4 килограмма венерианского грунта, потерял управление и разбился в Вологодской области. По словам представителей Роскосмоса, экспедиция закончилась катастрофой. Жителям окрестных городов ничего не угрожает, но это не точно. От каких-либо дополнительных комментариев представители Роскосмоса отказываются. На данный момент ведутся поиски обломков космического корабля. Алло, Кирилл Игоревич. Вы представляете, я и второй большой палец прибил этой дверью. Вы можете скинуть номер этого костоправа? Как его там? Александр? Аскольд? Тутыло Пыдерский? Ух и фамилия. Ладно. Извините, тут кто-то стучится. Так что, пока, до свидания. А, да. Михаилом привет, Ярику тоже. Да. Наконец-то я дома. Устал. Надо принять горячую ванную и отдохнуть немного. Эй! Что за... Кого там приспичило стучать среди ночи? Да иду я, иду, господи. Живая дверь. Это невозможно. Какого черта у меня дверь стучит? Пойду закреплю ее. Я остановлю тебя, дверь. Ах ты! Нападать на меня вздумала, да? Войдите. Войдите. Да войдите, я сказал. Погоди.
стучали не во входную, стучали в дверь, ведущую в коридор. Пора бы уже и спать ложиться. Ну да. Ох, родненькая колка. Ох, животик. Надо пойти по***ть. Дверь какого?
Так, это первая сцена была. И еще раз. Нет, не получилось. Сейчас еще раз. И здесь получается последний по логике кадр.